следующий продукт, который я могу со всей душой вам рекомендовать, это будет консилер. И, кстати, я хотела вам показать, что вот у них вот такая вот серия вышла, вот в таком красивом золотом золоте, все упаковки. И, в принципе, продукты достаточно все качественные в этой серии. И вот такой вот консилер под глаза. Очень классный консилер. У меня тон 002. И знаете, вот чем он мне нравится? Это тем, что он в составе имеет такое ощущение, что это, ну, он реально на водной основе. И когда вы начинаете его вот вбивать, вот такое ощущение, что у вас под глаза впитывается водичка. И остается вот этот пигмент, который абсолютно не забивается ни в одни ваши складочки. Вот он уже адаптировался. Я даже могу сейчас нанести чуть-чуть на свои, на сосли.